Всем привет, с вами Сид, и мы продолжаем проходить рафт. Так, я освободил в прошлый раз, по-моему, инвентарь. Да, подосвободил, чтобы, для чего? Правильно, чтобы пойти на остров и порубить дерево чутка. Нам это надо. Нам надо дерево. Так. Иди сюда. Так, отлично. Манго сразу съедаю. Кушаю. Чтобы было. Так, здорово. Здесь у нас арбузик. Арбузик я сразу тоже съедаю. Отлично. Так, это дерево мы тоже срубаем. Здорово. И тебя мы тоже срубаем. Угу. Так. Еще есть, товарищи? Все получается, что ли? Ну да, получается, что все. Так, теперь. Угу, отлично, досок хватает. Нам нужен только песок и стекло. А, что еще я хотел? Угу. Инвентарь. Так, а сейчас надо съесть кокос. Сейчас надо положить сюда доску. Взять картофель, съесть. Угу. Сырой. Сюда. Еще доску. А, эти семечки вот сюда. Эти вот сюда. А что, коробка со стеклом пропала, что ли? Которая вывалилась здесь. Да ладно. Ну, черт, ну ладно, у меня есть 4 песка. Этого, по идее, должно хватить. И бутылку я сделаю тоже. Хорошо, ветер у нас дует туда. Так, значит, поплывем вот так. А нет, вот стекло, кстати. Не нашел я его сразу. Все, поворачиваем. Не буду я этот остров лутать под водой. Нет пока особого на это желания. Оп, отлично. Так. Что на этой серии надо нам сделать? Наверное, надо продолжать расстраивать плод и... Но я сделаю обязательно... Так. Песок я, кстати, не закинул. Сделаю опреснитель хороший, сделаю себе бутылку. Так. Опреснитель, бутылку. Картошка, иди сюда. Так, удочку надо добить. Надо поймать пару рыбёх. Ну и постепенно, по мере того, как у меня будут появляться ресурсы, я буду расстраивать дальше свой плод. Кстати, у нас же сегодня получается новогодняя серия. Сегодня у нас эта серия должна выйти 31-го у меня. Так что...
Иди сюда. Шикарно. Просто шикарно. Оп. Готовый морской лещ. Иди сюда. Иди как. Заговорил о новом году и сразу начали... Мне начало вести. Так, веревка выпала. А, иди сюда. Отлично. А, еще стекло. Готово. Доску кладем. Два стекла у меня уже. Здорово. Так, песочек, готовься. Угу. Ты у меня делаешься, да? Собирайся. Вот так. Вот так. Через один буду делать, как я делал ранее. Как я и делал ранее. Через один буду делать сетки. Угу. Хорошо. А, тут у нас все готовится, тут все делается. Отлично. Вечереет опять. Скоро будем ложиться спать. А что, досок нету? Досок нету. Надо подкинуть. Бочка, иди сюда. Отлично. Подкидываем. Стекло забираем. Доску кладем сюда. Так, пресную берем, выпиваем. Наполняем, ставим. Бочечку забираем. Нет, ошибся, не забираем. Так, давайте поспим. Утро вечера мудренее. Так вот, касается Нового года то, что... Вот. Хороший день, я считаю. Пожелаю вам всего самого лучшего, чтобы этот Новый год был прям таким хорошим, удачным, чтобы все ваши мечты и желания сбылись. Вот, чтобы у вас все было хорошо, причем на всех фронтах. На учебе, на работе, в семье, чтобы прям все было отлично. Вот. Самое главное, здоровье, чтобы было много. У вас, у ваших родных и близких. Вот. Что родные – это самое главное. И хорошо, когда у них все хорошо. Вот. Так что с наступающим Новым годом вас, друзья. Так. Отлично. Все, давайте теперь сконцентрируемся на игре. Кулка готовится. Вижу остров. Стоит ли на него плыть? А почему бы и нет? Почему бы, собственно, и нет? Хорошо. Так, кстати, что у нас по сеточке? Гвозди, стоп. Что мне надо выложить? Не понимаю. Так, по курсу все хорошо, да? К острову мы приближаемся.
Мне досок не хватает. Категорически причем. Ну ладно, я там сейчас наберу досок. Стекло. Угу. Да, досок уже и на опреснитель мне не хватает. Ящик. Сколько стоит сделать ящик? Тоже нужны доски. Хорошо, сейчас все сделаем. Сначала опреснитель, потом ящик. Бутылки будем делать, сетки делать будем. Будем потихонечку развиваться. И развивать наш плод. Так. Я пока подделаю сок из лиан, потому что он тоже нужен. Он нужен на бутылке. Островок небольшой. Ну, это и неплохо. Мы его сейчас залутаем. Быстренько. Отлично. Так. Ну все. Бросить якорь. Да, неплохо. Так. Ага. Наверное, я съем свеклу. И одну, и вторую. А куда доска делась? Ну все, потеряли доску. Пальмовая семечка нафиг не надо. У нас уже куча этих пальм. Так, инвентарь. Рыбное жаркое. Так, а я вот эту семечку могу выложить? Да блин. Не успела. Ха-ха-ха. Так, не могу. Это ананасовая семечка. Ой, да чего ж... Нет, доску я класть не буду. Манго. Что мне выкинуть-то? Да пофигу, фиксим с этим манго. А что у нас досок? Блин, 7, не хватает одной доски. Так, все. Здорово. Сейчас я, короче, строю... ящик еще один, потому что мне надоело, что у меня нету места постоянно. Меня это начинает раздражать. Да и думаю, вас тоже. Смотрите на мои мучения. Изготовить. Доска. Все, поднять. Вот так. Отлично, наконец. Сюда я вот все выкладываю. Это не нужно мне. Пойдет. Акулу кушаю. Еще делаю. Так, пускай готовится. Пресную водичку берем, выпиваем. Наполняем соленой. Сюда. Все, теперь у меня два ящика. И в принципе мне места куча сейчас.
Так. Наверное, акулку я сейчас подманю. Да? Где у меня эта штука? Вот она. Все, отлично. Собираем все, что нам надо. Камни, я не знаю, надо или не надо. Да, в принципе, наверное, не особо они мне нужны. Так, водоросли обязательно. Угу, металл тоже надо. Так, железо, хорошо. Собираем. Ну, чтоб не зря мы, так сказать, плыли к этому острову. Вот, расскажите, кстати, еще в комментариях. Мне интересно, как собираетесь праздновать Новый год. Как каникулы будете проводить. У меня вот будет отпуск от основной работы. Я сначала, у меня будут каникулы, а потом я ухожу в отпуск. И почти весь январь я буду отдыхать. Чему я не могу... Падла. Почему ты так быстро съела наживку? Гадина. Ну да ладно. Ну да ладно, фиг с тобой. Съела да съела. Так. Снимаемся с якоря. Погнали отсюда. Погнали. Ты чё, тварь? Я подготавливаю подсеточки, все, а ты кусаешь. Это тебе не стыдно? Так, хорошо. Мост у нас остался... Ой, мост. Мост. Остров у нас остался позади. Так, сок лианы я забираю. Водоросли кладу. Сколько мне надо сока лианы для бутылки? Ага, 4. И пластика 6. Хорошо. А у меня в ящиках нету сока лианы случайно? Вот есть. И пластик есть. Здорово. Так. И глина сюда. Угу. Так, это сюда. Стекло сюда. Гвозди сюда. А теперь мне надо на опреснитель. Мне надо просто доски. Мне нужны доски на опреснитель. Так, сок лианы мы забираем. Отлично. Водоросли. Еще один сок лианы. И все. И готово. Так, пластик, иди сюда. Доска. Оп. Здорово. Доски нужны. Доски нужны обязательно. Бочка, не проплывай мимо, пожалуйста. Здорово, спасибо. Так, сок лианы. Отлично. Опа, а вот и бутылочка. Теперь бутылочку надо положить сюда. Где, вот. Изучить. Теперь у меня есть бинокль и кислородный баллон. И это круто. Кислородный баллон обязательно тоже надо будет сделать. Теперь мне надо сделать просто бутылку для себя, чтобы пить из нее. Доску кладем. Так. Что-то в сетку мне ничего не текет. Обидно.
Тоска, не уходи. Ты мне очень нужна. Ты тоже. Эх, не дотянулся. Чуть-чуть. Так, попить надо. Оп. Соленой наполнили. Отлично. Доску сюда. Доску сюда, потому что без еды и воды оставаться нельзя. Хоть мы и собираем доски, но все равно. Так. Доска, отлично. Блин, уплыли. Все, надо ложиться поспать. Так, я хочу есть, я вижу. Готовую акулу беру. Иди сюда. Кушаем. Хорошо. Пресную воду беру. Блин, погода плохая. Не очень люблю, когда плохая погода. За бортом. Все так шумит. Все так напряженно. Ага, понятно. 5, 6, 7, долбаная акула. Угу. Так, инвентарь. Все, отлично. Опреснитель мы изготовили такой. Готовься. Так, теперь мне нужна бутылка, чтобы мне заниматься, точнее не заниматься, а пить из большого опреснителя. Иди сюда. Так, опа. Так, здорово. Все, хорошо. Что мне еще надо? Мне надо. На бутылку мне пластик нужен. Пластик у нас есть. А пластик у нас весь кончился, да? На опреснитель. Мне надо пластик на бутылку. Иди сюда. Хорошо, пластик один есть. Так, подниму. Ой. Ай. Пластик проплывает, я вижу. Отлично. Соклианы, доска. Водоросли, иди сюда. Инвентарь. Так, у меня сейчас крючок кончится, кстати говоря. Отлично. Все, вот он и кончился. Угу. Так. Сделаем новый. Листья, идите сюда. Не хотят листья. Ах,
Здесь досок нету, да? Так. Трудновато, трудновато сегодня у нас идет все с вами. Доску кладем, пластик. Иди. Так. Сок лианы 3. Еще. Отлично. Так, мне нужно еще 3 пластика. 3 пластика и будет бутылка. Я смогу поменять, в принципе, свой опреснитель старенький на новенький. Будет уже повеселее. Опять погода портится, а? Блин, не дотянулся. О, отлично. Здорово. Иди сюда. Хорошо. Все, нужен... А, отлично, инвентарь. Изготовить. Хорошо, у меня теперь есть бутылка, мне кружка не нужна. И у меня теперь опреснитель, вот этот, по идее, не нужен. Наполняю пресную, выпиваю. Хорошо. На X убрать. И переложить вот сюда. А новый опреснитель поставить. Так, куда я его, кстати, поставлю? Вот так. Слышь ты... Ой, ты гадина. Ну все, теперь отлично. Соленый наполнили. Отлично. Хорошо. Так, надо плот подлатать, потому что что-то мне не устраивает. То, что происходит. Я есть хочу. Картошку давай съем сырую. Чтобы было. Так, отлично, новый опреснитель я сделал. Угу. Акулку я съедаю. Так, пластик иди сюда. По идее. Теперь надо просто... теперь надо просто обустраивать плот ловушками, чтобы лут сам шел мне в руки. Чтоб мне не приходилось много работать крючком. Это будет экономить нам время и... Ну, ресурсы будут сами идти к нам в руки. Вот смотрите, сколько она набирала, пока я даже не смотрел в эту сторону. А, что нам нужно для сеточек? Для сеточек нужно доски и веревки. Вот. Нужна просто вот одна доска и будет еще одна сеточка. И это прекрасно, я считаю. Здорово. Так. Делаем. Изготовить. Сюда. Бутылочку. Так, пластик. Выпускаем, ставим. Отлично. Теперь еще нам нужны. Вот так. Еще 3 доски. И еще одна сеточка будет готова. Thank you.
Отлично. Шикарно. Так, свеклу сразу ставим. Готовится. Бутылочку наполняем водой пресной. Выпиваем. Шикарно. Так, делаем еще одну сетку. Ставим ее сюда. Здорово, здорово. Так. Поперло, можно сказать. Угу. Сеточки ловят. Это здорово. Вот так. Тут мы еще одну сеточку поставим. Все, вот так будет. Тут будет сетка. Ой, кончились, неужели? Наконец. Так, здесь есть, забираем. Инвентарь. Все. О! Остров. Предлагаю поплыть на него. Опа. А, мы удаляемся от него, к сожалению. Ну, поплыли к острову. Вот, сеточки начинают работать. Акула тоже не перестает работать. На тебе в нос. К сожалению, акула тоже, да, не перестает работать. Так, готовую свеклу беру. Кушаю. Что у меня есть из овощей? Картошка. Картошки много, в принципе, живем. Так, ну все, по идее, сейчас нам только расстраивать плод. И еще надо будет начать уже готовить ласты, кислородный баллон, все вот эти вот дела. Ой, я моллюск не исследовал, серьезно. Я не исследовал моллюска. Надо исследовать. Изучить. Отлично. Это надо... Это изучено. Научиться. Что я могу там научиться сделать? Птичье гнездо. Здесь, здесь чайки отдыхают и откладывают яйца. Ага. Сюда. Так, здравствуй, остров. Я приплыл. Здравствуй, здравствуй. Мы с тобой пообщаемся чуть-чуть. Да, пообщаемся. Почему бы и нет? Сейчас якорь кинем. Пойдет. Знаете, что я хочу? Фонарь. Надо будет сделать фонарь, чтобы в темноте хоть чуть-чуть было видно, что у нас на плоту происходит. Потому что так очень темно. Я почти ничего не вижу ночью, когда наступает она. Так, сырую картошку быстро съем. Так. Ну все. Вроде светает. Да, светает. Хорошо.
Давайте пока на этом остановимся. Продолжим уже в следующей серии. Еще раз поздравляю вас с наступающим Новым годом. И желаю вам всего самого-самого крутого. Вот. Что же, оценивайте это видео, если вам понравилось или не понравилось. Подписывайтесь на канал, на паблик ВК. И смотрите продолжение. Всем удачи, друзья.